Приветствую, друзья! У нас сегодня две посылочки целые от LiTV. LiTV Super Power Bank и LiTV наушники. В последнее время мне многие предлагают наушники проверить, протестировать, рассказать о них людям, насколько они хороши и стоят ли они того, чтобы их покупать. Ну и бонусом получу еще Power Bank LiTV. Здесь написано, что можно открыть здесь Super Power Bank. Информация, Powerbank на 13400 мАч, также написано, что 13000-13400, выход 5 вольт, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,5 ампера, вход 5, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,5 ампера максимум, и умный выход 5 вольт, 2,4 ампера максимум. Вот такие вот характеристики, друзья, и не стану здесь отрывать, потому что легко открывается и так. Зачем что-то отрывать еще? Непонятно. Вот так вот модно выглядит Powerbank. Инструкшн на английском языке. Но, судя по всему, данный Powerbank поддерживает быструю зарядку, что очень здорово. В комплекте у нас есть еще кабелек. Кабель на USB, micro-USB. Стандартный кабель. Здесь такая мягкая штучка в коробке. Ну, продумано, конечно, но ничего особенного. Сравнить его можно с народным пауэрбанком от Xiaomi на 10400. Очень даже они, на мой взгляд, похожи. 10400, 13400. Здесь выход у нас 5 вольт, 2,1 ампер. Здесь, ну, гораздо все круче. Немножечко побольше он. Ну, по весу, наверное, я не смогу измерить на своих весах, потому что он тяжеленький. Ну, давайте попробуем. Сначала пробуем от Xiaomi. 260 грамм. Угу. Теперь от Leica 279,4 грамма. Так, ну что можно сразу сказать, друзья? Это чуть побольше. Здесь вот эта часть прорезиненная. И смотрите, в чем отличие. Отличие серьезное. Здесь у нас два USB порта. И вот это, судя по всему, USB порт быстрый. Вход для зарядки. Ну, очень-очень сильно похоже, друзья. Видно, что вдохновлялись они продуктами от Xiaomi. Потому что, ну, прям братья-близнецы. Только вот это какая-то более продуманная версия. Брал ее для себя. Очень круто. Я рад, на самом деле. Здорово. Буду пользоваться. Так, ну и, конечно же, сами наушники. Выдвигаются просто. Давайте посмотрим, что тут у нас на коробке есть. На коробке написано, что длина 1,1 метр. Inline-контроль есть. Так, плаг – это подключение 3,5 мм, стандартный 16 Ом. Чувствительность 96 дБ плюс-минус 3 дБ. И респонс 20 Гц, ну, частоты 20 Гц, 20 кГц. Ну, все, в принципе, стандартно. LiTV All Metal наушники. Довольно здорово выглядит упаковочка. Это у нас распаковка, сейчас не буду их тестировать, просто посмотрим. Слушайте правильную музыку. Это так и надо, друзья. Надо слушать только правильную музыку, неправильную слушать не надо. А, довольно здорово, кстати. Смотрите, чехольчик такой приятный. Знаете, под кожу и чувствуется очень дорого. LiTV брендированный, прошитый. Прикольный чехол на магнитиках. Класс. Реально классно. То есть даже наушники какие-то дорогие, что у меня там Trinity Virus. Вот было бы здорово, если бы там был бы такой чехольчик. Потому что прикольно. Реально очень прикольно. Так, амбушюрки большие. И маленькие, надетые уже средние у нас. Так. Ну, вполне стандартные. Ничего они нам нового не придумали. Никакого тут спинфитов нет. Ну и сами наушники. Давайте посмотрим на них. Раз уж взялись. Прямой штекер. Не очень люблю прямые штекеры, но да ладно. Выглядит, знаете, вот очень стильно. То есть под вид наушника. Вот наушники такие, видите, с закруглением, и сам штекер такой же с закруглением. Так, провод достаточно прочный, мягкий. Кажется, что небольшой на самом деле.
1,1 метр, ну да, не очень большой микрофон, кнопки плюс-минус, увеличение громкости, кликают хорошо, кнопка ответа на звонок. Чем удобно, друзья, переключать треки очень удобно при помощи этой штучки. Не знаю, очень маленькое расстояние, это надо все пробовать на себе, друзья. Трудно сейчас сказать. Литиви брендирован, правый. Давайте снимем. Прикрыто сеточкой. Не вижу здесь компенсационных отверстий никаких. Но сразу поставлю большие. Померю, чтобы сказать, как оно лежит в ушах. Ничего особенного про них сказать сейчас не могу. Выглядят, ну, вполне стандартно, друзья, выглядят. Симпатично. Сейчас попробую примерить. Ну, сидит достаточно хорошо, ничего не слышно, то есть звукоизоляция в норме. Вроде должно даже хватать, ну, ждите полного обзора, посмотрим, что получилось у Лиэко. Очень много сейчас кто пытается выпускать свои наушники, вот вышли наушники у даже фирмы X-Duo, у всех практически. Все посмотрели, как получилось у Xiaomi получились хиты и начали пробовать свое. Попробуем, друзья, расскажу. Тестировать буду на Fio X5, то есть по детализации скажу точно, что там как. Ну, соответственно, и по частотам, потому что источник достаточно качественный. Даже качественнее того смартфона, который был у меня последний раз. Это у нас был Gigaset Mi. Ну, посмотрим. Мне кажется, на плеере тестировать более корректно, потому что это все-таки плеер, это звуковое устройство. Нормальные, на самом деле, амбушюрки. Вот так немножечко провалены. Сама вот эта конструкция тут нарисована. У меня есть рисунок, сейчас я его, наверное, вставлю. Силиконовая насадка, низкочастотная катушка, кожух. Все достаточно качественно, красиво нарисовано. Но надо все слушать. Все надо будет говорить в полном обзоре по поводу их звучания. На этом, друзья, наверное, все. Для распаковки этого хватает. Это не обзор, это распаковочка. Обзор будет чуть попозже, где я подробно расскажу об их звуке, прослушанном на данном Hi-Fi аудиоплеере. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, смотрите текстовые обзоры на сайте sinkertech.com. В нашей группе ВКонтакте, друзья, иногда кидаю прикольные очень ссылочки на распродажи всякие. Тоже регистрируйтесь, следите. Всем спасибо, всем пока.